Чистый город приступил к установке заглубленных контейнеров для сбора бытового мусора. Первые две емкости объемом 3,5 кубических метра установили у дома номер 23А по улице Ленина. Средства на покупку контейнеров и двух мусоровозов выделила администрация Ненецкого округа. Общая сумма закупки составила 6 миллионов рублей. У дома номер 23А по улице Ленина кипит работа. В этом дворе, одном из первых в городе, идет установка мелкозаглубленных мусорных контейнеров. 53 вот таких бака для отходов администрации города были закуплены еще в прошлом году. С приходом лета начался монтаж. По договоренности между администрацией, управляющей компанией «Чистым городом», первая управляющая компания, которая согласилась и делаем, это «Наринмарстрой». Поэтому в первую очередь будем порядка 19 контейнерных площадок замена, установка вот этих мелко заглубленных контейнеров. Новые современные контейнеры вместительные своих предшественников в разы. Один бак по объему равен 5 металлическим. Кроме этого, у контейнеров имеются крышки, что спасет от растаскивания мусора животными и ветром. Вот там вот мешок, уже люди кидают, как видите. Там либо здесь открывается, либо там. Если небольшой, то он может спокойно через этот, через тот. Или вот здесь открыть, выкинуть, закрыть, все, человек пошел. То есть понятно, что какую-то там мебель сюда уже не выбросишь? Нет. В эти контейнера уже мебель и крупногабаритный мусор не попадет, поэтому в этом и удобство. Внутри контейнера специальный тканевый мешок. Именно он и будет извлекаться для выгрузки мусора. Вывозить отходы будут два специализированных КАМАЗа, которые также закуплены «Чистым городом». Старые мусорные баки будут демонтированы и вывезены. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».